Здравствуйте, я Александр Малко. Доктор, в 15 лет имею опыт в общей срочной плановой хирургии, в классической медицине. И уже 7 лет доктор, спикер, лектор, консультант, тренер, журналист и писатель в некой иной медицине. Other health science. Медицина иная. Есть медицина классическая, есть вот иная. В чем принципиальная разница? Классическая медицина учит человека думать о здоровье, когда появились болезни. А я уже 7 лет занимаюсь некой иной медициной, в том числе, где можно жить, не думая о болезнях. Наш организм дивно устроен, у него заложены классные ресурсы. Как их использовать, какие принципы применять, массаж, тепло, воздействие на позвоночник, на ноги, просто на тело, на шею, готовить голову ко сну, растет или не растет хрящ, главное для живота порожнение и еда. На многие такие практичные вопросы, очень актуальные вопросы, вы сможете найти ответы здесь, у меня на платформе, авторской оригинальной платформе в YouTube, «Медицина Малко». Мы будем обсуждать разные темы. Уже есть большой контент, и он пополняется еженедельно буквально новыми историями выздоровления, новыми лекциями, новыми репортажами со встреч и дальше. Здесь же, на этой платформе, вы можете онлайн задавать мне вопросы, вы можете найти мою литературу. Я уже написал одну книгу, и уже сегодня пишу вторую книгу о такой медицине. Самые актуальные вопросы здесь, на платформе «Медицина Малко» в YouTube. Иная медицина, жить, не думая о болезнях, можно. Я с вами Александр Малко. Подписывайтесь, и вы будете в курсе самых первых новостей об этой медицине. Иная медицина, можно жить, не думая о болезнях. Александр Малко, это я. С вами. До встречи. Пока.